Только если бой начнется. Хрипатый флеш, штырь, бич. Баф по альфе дать, по окрине. А чё мы без демона? Куба без демона. Секси, ты не в PvP спеке случайно? Какие это вопросы ко мне? Это что, чем-то негативно повлияло? Я про мастера аук нет. Ну, я, конечно, не издеваюсь, но у нас человек тут в PvP спеке. Дрич на месте бежит. Ой, блядь, если ты не ставишь, давай не будешь ничего говорить. Это сервер. Сервер лагает, всё, убили фут. Крест дайте по хули, по рестодвигу. Так сервер лежит просто, ребят. Так он лёгко не лагает. Этот, секси, о, иди спек, гляй. Давай, ты мне конкретно факты скажи, почему. Что, у тебя таланты есть на снижение этого? Сейчас я даже зачитаю. У тебя талант в свету, который минус фир, дезориентация, которая в ПВЕ, как бы, кому он не нужна, и на снижение стана на 30% на время. Не знаю, у меня босс вышел. Какие мне взять? Окей, скажи. Да бич уже мертвый, бля. Да все, падайте. Чего ты сразу в негатив? Ты можешь сказать... Поставь... Ну, а что можешь предложить? Вот так. Вот такой... Я предлагаю переделать. Я предлагаю переделать. Давай, Невер, что ты предлагаешь? Давай конструктивно. Убрать стоицизм, убрать неприкосновенную веру, взять мастер ауры, это будет полезно для рейда. Я не возьму мастер ауры, я чуть-чуть позвоню сейчас. Я снимаю фридумом стан. Снимать фридомом стан, Невер. Да при чем здесь фридом? Я говорю тебе, у тебя свет и защита, у тебя взяты два таланта. Стоицизм в ветке защита. Так сокращает время действия эффектов оглушения дополнительно на 30%. Подожди, дай, что секунду, как бы не нужно. И в свету у тебя вкачано... Подожди, все понятно. Мне не хватит талантов до мастера ауры. Там два таланта у тебя есть свободных, которых ты можешь перекинуть. Ты можешь перекинуть из этого, блядь, из мастера ауры. О, не из мастера ауры. Из 3% хосты с ауры. В снятие станов. Эти, блядь, 3% хосты, да я тоже сова. Вот так вот. У тебя, блядь, куча альтернатив есть. Окей, я переделаю. Все, договорились, спор разрешен. 100 голд с вас. Что, пиздиться никто не будет? Доходит? Я уже ставочку сделаю. А все. О, да, слушай, разлагало. Все, заходите быстрее. Я еще на месте бегаю вместе со всеми. Ну еще пару секунд пинга есть. Абула, это из-за тебя мы сейчас сидим тут, ебемся из-за тебя. Да, из-за Абула. Давай перекурим. Давай, хуесось ты меня, блядь. Нет, Абула, не слушай, блядь. Это из-за Зоркова. Давайте после каждого трая туда ГПшку отправлять. Да. На почту? Мне похуй, у меня ЕП настолько мало, что, блядь, мне эти 300 ГП пизда погода. Да, очень... ну, богатый, он задонатит все, что-то надо, чего вы паритесь. Да, действительно, блядь. Всё, вроде отлагало. Заходит у вас в игру? Ты видел, блядь, где я живу? У меня рядом с городом лужа больше, блядь, чем город. Откуда у меня деньги, блядь? Карасей на рынке продавать только если, блядь. Блядь, за слова такие богатые, блядь. Ну, приху себе задонатил, да? Да их суяли задонатил, блядь. Гудлик не купил, блядь. Ты не богатый, ты обеспеченный, да? Ой, блядь, уже гудлик уже купил. Ну, что, за 300 рублей можно 10 тысяч голд купить? Нихуя себе. Ну, за 300 рублей, да. За 300 рублей можно 30 тысяч голд купить. 30 купить, ага. Так, ну это опасно, ребят. Заходите, флэш, невер, идеальный. Снова выкинул. Дрыщ. Я зашел в игру, но меня снова выкинуло. Блять, мы тоже выкинули. Заебала ты помойка нахуй уже. А, наверное, походу раунчер надо, нет, обнуляется. Просто какой-то лаг на сервере был. На нахуй отсоединил. А, нормально вроде бы. Да вроде не лагает. А, хотя 1400 пинг, ребят, доброе утро.
А пока это, пока там лагают люди, зацените видос там, блядь, про 5 волониров. О, где? Тактика на червей там, блядь. Господи. Тактика куда смотреть? Не открывается почему-то. А это на ютубе надо открывать. Можно, короче, собрать 5 волониров, 10 шеймов. И можно убить ивока. Да. Первого босса. Да, стрельните просто из принципа. Ну так там как раз тактика на червей. Да это все из-за меня, бля, чё вы. Ну, это по факту. Давайте первый шем соберем абули. Я как раз в ПВП нужен. Не, зачем абули? Два пособерем. Лол, смешно. Я предлагаю. Так, все тут? Секси, заходи. Суманите меня. Шкаф. Ты чипидрис, чешо. А что там 5 волонеров прислал, там рыжая там почпокалась, там и все. Там больше ничего нету. Потом ты отдал, соберем, когда выйдет санвал. Потом всем баром. Да, Фейп восстановит рогу, ему соберем это с черного храма клинки Азинота. Потом он его опять продаст. Только уже не за 5, а за 6к, да? Давайте, вообще на пол, на присутствие. Рыбку ставлю, но есть еще рыбка, есть. Кушайте рыбу быстрее. По талантам извиняюсь, мой косяк. Наверх, простите, а, убери у себя в талантах ветки защита вот слева, которые да ты... Хватит, пожалуйста, хватит. А, ну все, все. Я просто плохо слышу его, я не могу ничего ответить. Драник, кубок. Да, так, готов. Так, ребят, давайте быстрее, уже час сидим, без убийства босса. Драйнер и Нентумима тут. СС сдаю чики бомбони. Кубика, ты не хочешь у демона? Не, вообще, ребят, ну тяжело. Это ну, очень, что, демона, ну, очень напрягает играть, да. От тебя это зависит не только от ДПС. Да мы же проходим по ДПСу. Нет, проходим. У нас ни хила не хватает. У нас не хватает СПД хилов. Да в смысле, блядь? В прямом. Отец, давай. Демона. Да я уже 3 недели, блядь, под 3 часа ебашу в пот и не дамага, и умираю, блядь. Я не хочу так. Не умирай, но давай. Ну смотри, я сейчас даю охуенный ДПС, мы проходим по ДПСу. У нас есть ШВ, есть. Если все правильно делают, то мы убиваем это. Ситуации, у нас падает рейд по ХП. Ой, блядь, ну понятно. А там ДЦ дает щитки, а твое СПД дает... Ладно, поменяю, только если МК дадут. Пока-пока, блядь, не меняй, нахуй играй, как играешь. Афлик, пиздатый спек, блядь. Все, спекнулся. Пять, четыре, три, два, один. Там уже Алина там за МК там, да, там впасть порву. Не трогать наше МК. Я сам уже не знаю, понимаю, что не хоть делем давать. Слушай, 45% крита в демоне, нормально. Я понимаю, почему тут зорки, блядь, в фасте, а в мире в Аркане в ёбы там, да? Чуть не умирать. Потому что я это 4 собрал, нахуй. Ты ей собрал или она с приором с ним сама я собрала? Ей собрал. Она собрала приор, а ты собрал 4. Кстати, этот кусок я хотел забрать. Ты, Алина, не отвлекайся, ты бей давай. Ты плечи купим, хотел забрать, я помню, или грудак. Плечи никуда не нужен был, мне нужны были ноги. Ноги и плечи. Тоже. А что-то я завтыкал. По донту быстренько боб. Не санул, дайте кто-нибудь боб. Кому ты кинул? А, ждали ход, да. Так ты донт удал, что ты паришься?
Это не ты дал. Флаш, у тебя боб есть? Я понял. Секси, у тебя боб есть? Я понял. Оптик, да, по мне боб даст, по Бьорну. Дон, забирай. Оптик, боб по Бьорну. А куда Рембизер взялся? Я бы Рембизера взял бы еще. Вместо меня? Нет. А может, да. Лём подбежал, мы убили. Да, его было. Если мы не убьем босса, то я тебе не надо, чтобы я сделал для КСРТ. Я тебя кончу просто. 3, 2, 1. Таунти. Забрал, уходи. Похил Бьорна. Поднять по хп. Пока не... не сдавай, пока ничего не сдавай. Великий достается, нет? Очень да. Вижу. Так, кто нам заморожен? Паражан. Ух ты, блядь, великий. Есть А4. Блядь, сплин, ты где бегаешь? Я нашел. Забрал. Бей. Ребята, иди бей ту, которая ходит. Ты уже двигай. Смотрим, куда плюет. Сейчас будет плевать. Идеально плюет. Идеально. РДД свищи. Дал МСП на всякий случай. Вы умрете. Умрете. Тебе. Еще раз бегайте дальше. Все, сейчас. Гимнаман может прокастовать. Гимнаману дайте, да. Тон забирай. Ага. Дамажим спокойно. Под жопочку ставим. Идешь к вороту там, да. Я потом босса К поставлю. Давайте хотя бы процентов 15 должны оставить до закапывания. Уже пока. Уже води. Рано повел, ладно. Ведь еще отведи. Еще веди. Мики по бокам пока стойте. Еще чуть-чуть на себя потяни, потому что уже до нас достанет по-любому. Донт веди, сейчас без миллизона будет у нас. За это самое заложено. Все, норм. Мики немножко. Капрей станьте, чтобы уже вас не стало. Блять, лаги. Лаг. Все, вижу норм. Забрал босса. Бейте эту обезьяну, блядь. На пул только, невер, да, сейчас рвешь. Выкопалась. Да бейте. Выкапывай. Где она там выкопалась? Ко входу сейчас так нужно быстрее. Это по луже, блядь, бегаешь, а була нахуй, сука. Заебал, блядь. Фридом. Я их нахуй не вижу, этих луж, блядь. Давайте разберем. Сейчас разберем. Как он летит быстрее? А, нахуй, еще один, блядь. Так, смотрим, на ком врёв. Идеально. От черепа отошли все, право-лево. Кто там, сука, бегает, нахуй? Зорки, блядь. И в смысле, я мертвый? Как вы заебали, нахуй? Что, череп, нахуй, не видите, блядь? С глаза долбитесь, блядь. Кого он, сука, врезался? Какой-то кастер, блядь, бегал. Не знаю, нет смысла бэрить. Упали. Сука, блядь, тупорылая нахуй. Может попробуем? Мастера. Пизду, падайся. Да, это уже было, ну все, кажется. Сука, кто врезался, блядь, признайте сами. Не дадим ГП, честно. Да давай мне уже, похуй. Тебе это за лужу. Два человека у нас упали, по какой вине? Сейчас я посмотрю. Ты хрипатому, да? Похуй, да, тоже пойдет. Абула, еще один косяк, я тебя на замену посажу. Крути себе. Блять, я что, тело не могу покинуть? Вилок сделай. Полагает, сервак. Блять, такой трай охуенно, блять.
Так, Гудлик отвращение, это не захел, а была лужа. Зорки, ты как сдох. Он меня откинул, у меня было мало хп, он меня откинул, отсинку бил. Нет, нихуя. Вращение это откидывание идет. Правильно? Так один хуй сервер упал, нахуй мне ГП, блядь. Мы бы один хуй сейчас, блядь, все бы упали. Ну сейчас зайдем на канал. Ну по реально сервер упал, мне не загружается. Могучее сокрушение это... Ну он откидывает, когда, блядь, к стенке перед разгоном. Что это? Урон наносит, да. Да. Сейчас я почитаю. А перед этим он луж нацеплял, блядь, поэтому у него хп мало было. Ну, кто, зорки? Сейчас он... поищу. Зверя. Зорки не цеплял лужи, у него дыхание. Два раза по 7500. Он дышал меня, я блокнул, блядь. Потом он начал разбегаться, я вышел с блока, и он меня убил. Да, там 8000 было, а получил 12000, там, ну, как бы, никак. Блядь, в кого он врезался, сука? Да, блядь, он у него есть стрим. Он в меня врезался. Как он тебя врезался? Да он... Почему? Как? Как фура в бабушку. Блядь, блядь, дарите вы камеру нахуй, смотрите куда череп. Ребят, ну где вы тупите, блядь? Это элементарная тактика, ну. Блядь, отдалить камеру, поставить за череп и убежать от черепа, блядь. В другую сторону, не в череп. Тут он ставит, блядь. Я могу даже череп поставить, потому что я его в таргет беру босса. Да его этот ставит ДБМ. Андрич, идеально вставайте там. А что, у нас сервер не упал, что ли? Нет, нормально. У кого-то упал, у кого-то нет. У нас нормально. У кого-то, да. Упал, я вот тут упал. Смотрите, нормально проходим. Если не умираем, то проходим. Сейчас бегать научимся, да и все. 4 недели всего-то. Не в бегах дело, а то, что баги. Хуево туча багов. То в труп, блядь, врезается, а то в тотем, блядь. Ну да, есть такое, конечно. Он сейчас по-любому врезался в труп, потому что... Если бы он врезался, кого-то бы шотнуло, а никто не умер от этой хуйни. Ну хотя да, у меня даже хпшка не снялась. Да, вот там он... зорки, короче, просто он не прохилили его. Просто его не прохилили сразу. Ну и да, Гудлика там вот кидыванием снесло, там чуть-чуть хорошо для него просохнули. Ребят, важный вопрос. А если Совух Таурен, он будет больше Совух или он такой же Совух? Такой же. Будет. А вроде бы отлагало, попробуйте заходить. А почему, если Мишка больше, а Совух не больше? Вот, мне тоже интересно. Модельки медведей, они разные. А у Совы типа одна? На форму вы тоже разные, да. Только не по размеру один. Согласен, вон бро, давай это души их. Ну, Таурен демон такой же, ребят, там только у тролля багается, походу. А что там у тролля багается? Он горбатый демон? Не-не-не, он когда в демоне, у него все бафы на нем, которые отображаются, щиты, ИПСки, они здоровенные. Берн, один хуй сервак лагается, бери сотку. Нет, все равно Булу сдох, как лох. Саня, дай сотку, блядь. Это кто, Абула говорит? Кстати, Абула, блядь, по своему кошельку сейчас сдох. Я не буду снимать. Саня, верни сотку, надо говорить. Ты смотри, хотя бы если у тебя не отображается лужа, запоминай, вот когда он начинает вести, там это же все в диссе озвучивается, вот там лужа, отходим, милики. И ты запоминай примерно, что там лужа, что она растет. Да тут же инстинкт самосохранения должен сработать, там зеленка даться, там что-нибудь, хотя бы, блядь, не это... А было крейзи, блядь, как инстинкт самосохранения. Так, давайте на присутствие. Отолкался его. Так, когда он начал хрюкать, я сразу зеленку нажал. Чтобы хрюкать не начал. Я снова завис, что? Опять лагает. Ну да, опять лагает. Опять Абула виноват, блядь. Ебашь ГП, нахуй. Добрый день, блядь. Да, причем я тебе конкретно захотел купить Абушу, блядь. Мне просто так не захотелось. Агент Гудлик, я бы сказал. Так, вроде сейчас не лагает. Да, у меня что-то ноги на месте. Так, у меня оптикс на месте бежит. Абу да, на месте бежит. Пятый раз выкидывает. Давай мы ж побегаем по стенке, блядь, получимся, блядь. По какой стенке забегать собрался? Ну пока лагает, блядь, потренируемся, да, блядь. Кто? Давайте сова будет орёлом. Давай. А кто будет змеёй? Кто будет змеёй? Вставайте к стене. Она самая большая у нас. И на случайного человека вешай черепок, и будем отбегать от него.
Давай, вешай на меня, я буду... Ну, медленно, Лик. А Гудлик будет буком рваться, блин. Я готов. Ой, сейчас бы поучиться бегать, кайф. А у нас было такое, знаешь, когда Лича, короче, травили, блядь, но ВРЛ учил, говорит, я, блин, буду, вы встаньте, говорит, все в центр, говорит, я буду вешать черепок. Стрим идет, а стрим идет, давайте потренируемся. Тот, типа, это, выбегает, короче, типа, осквернение, выноси, и там такая каша мала была, короче, черепок на него вешают, все за ним бегут, блядь, кто рассыпнулся. А он говорит, что я вложу много. В смысле, я сегодня сказал, наверное, два предложения, блядь. Ты говоришь, что я хуже. Опять повис. Опять обувал. До воскресенья всегда лагает, посидите. Минут 40. Водички. Водички, что ли, найти? Обувы из-за тебя лагает, да? А чё, бля, а чё вы оптика не даёбываете? Оптика тоже резался, бля, два раза. Подряд причём, блядь. Что у него? В него, когда мы трайли, у него тоже был победный трай, у него два раза въебался этот, блядь. Вы его ж не заёбываете. А, буду заёбывать, блядь. Хитеры ебучие, блядь, в рот. Блядь, Зорги, когда ты делаешь всё с первого трая, блядь, и всё это идеально делается, и босса ставит там 10%, то, конечно. А тогда мы... Ну, понятно, что прикарает, но... Ну, это пиздец, как прикарает. Таков путь, блядь. Когда оптика косячила, это было еще, блядь, недели три назад. Приговор. Уже прошло полтора месяца, блядь, как бы сейчас уже, ну, обидно становится совсем. Я вот не в резе, я обидно. Мне, блядь, не в прикол сидеть тут тоже, нахуй. Задача этого босса, блядь, по три часа. Раз, мне похуй. Это еще хуйня, три часа. Бывают люди по 8 часов, по 10, трая, по 12. На 7 часов, кажется, они сидят. Я 2200 взял, мне нормально, ребят. Можем травить. ГЦ, ГЦ. Не, самое больше я посидел, это на Жане, блядь, там, ну, нахуй эту дурочку. У вас разлагало? Не понимаю. Да. Да, нормально. Да, да, кстати. Правда, показывает. Банки перепить. Сейчас, да, тебе релогнусь? Да, я релогнусь. Оптикс, а чё ты там, в ВВК не ходишь, что ли, десятку? Оптикс. Ходит он. А он куда? Он так. Сам ходит или чё? Флэш сходит. Нет, он в первом составе у меня. Ретриком. Ну, он пару раз ходил. Надо его хэпалом, блядь. Хэпалом. Ставлю рыбку. Хэпалов у нас нормально. Кстати, где Некс? А, я понял. Ну вот у кого хэпал, у порошка? Флэш, ты лагаешь, нет? Ну, пишет, что 1700 пинг. Ну, сейчас ощущение вроде не лагает. Не лагает. У меня тоже 1600 показывает. Хавай рыбу, все хавайте рыбу. Давайте убивать уже. Вот, на 1500. Так, все готовы? До 10 часов, пизду, блядь. Не убиваем нахуй. Давайте до 11. Запускаем. Ну, хотя бы до 11 уже сидит. У меня нервов не хватит. Да надо разъебать, да? Нет, у нас вторая фаза идеально просто. Мы только сейчас полчаса потратили на лаги. Какой до 10, блядь? Еще раз, сука, сдохните, блядь, отметки нахуй. Я, блядь, не знаю, что с вами сделаю. Откинуло, камеру удалили, посмотрели, не включили, начали прибегать. Изи. Видел и более достойных соперников в боевом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных. Фаску перепить. Фаску перепить, если. Фаску все перепить. 5, 4, 3, 2. Один. Идите аккуратненько, идите. Давай, давай, Сергей. Я себе случайно отдал, привогался. Усю.
кстати, ты Сирию... Ну тут понятно, тут, блядь, сразу нахуй одновременно. Так, тебя подними, давай Лакрима. Лакрима прямо сейчас подними, Невера. Попадаешь в босса, чтобы топота не было. Блядь. Да вы чё? Идеально поднимешь, Метамимо. Гэр раздать. Метамимо каску, он капец. Нагло, дай ему умер. Да блять нахуй, ты вызвал. Захила не было долго. Води фьюри, дай Камилу быстрее. Сам. Бэр, встанешь после того, как босса убьем. Да сосну. Боб по этому, не беру. Ой, я туда помогу, по Бобу. Води фьюри, лестница, да? Угу. Сейчас. Все, блядь. На второй фазе, нахуй, чтобы без ошибок, у нас один дверь остался. Не, лежи пока. Вставай, Невер. Он же больше не будет. Забафайте мне урлайна, дайте каску кулак ему. Дон, забери, по мне боб дали. Подбью одну боб. А он ее похил. Снобль добили? Рэндж 10. Забываем держать. 5, 4, 3, 2, 1. Долг, куда ты нахуй забираешь? У меня просил уже. Пирожок, еще откайте его ко мне. Быстрее кайте, 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 чтобы уже там не было. Все, на мне он. Уходи. Дебил. Блять, лужа просто пиздатая, блять. Спасибо тебе, Дон. Великий клип. Больше клюя. Великов всех заморозило. Давай, давай, все, все. У меня КД. Как у тебя КД? Куда ты сдаешь все это самое? Я на первый плевок сдаю. Зачем? Если там нету ничего. Зачем? Это давай критическая ситуация. Как сейчас тут случилось. Падайте. Лужу вон заходи, самое быстрое. Лужу самое быстрое. А давай, когда замораживается прям большое количество людей, ну, блядь, один человек замораживает, тоже похитить можно. У нас два, у нас есть три сейва. Моя незыблемость, твоя незыблемость и сакра. Я свой сейф отдаю на огненную. Потому что у меня мой сейф более мощный, а огненная больше свой дебош. По уешке, если на миллизону кинется. Так у нас сакра еще есть? Сакра не спасет, так как массовые. Лужа, дальше не идите. Стойте, стойте. Мы все БР отдали на первой минуте. Ты ни на кого случайно попиздеть не хочешь? Чего слово, вякни что-нибудь нахуй на замену взять, понял, блядь? Да не расстроюсь. Да не ругайтесь. Это... Там у входа лужа, говорят. Она прямо вплотную со входом, да? Нет, она сейчас до Бьерна дойдет. И до рыбы. Где-то короче, там. Зайти и направо, наверное, да? Не, она по центру прямо. Вот сейчас до рыбы доходит. От рыбы отходить. Исчезла. Извините, пожалуйста. Теперь открой details и скажи, как можно человека за 0,7 секунд прохилить его в вот это самое в цель, блядь. Если у тебя есть логическое какое-то предложение, то, блядь, скажи, я нахуй чисто ДП. Люди, которые упали от лужи.
даже мы же можем не выхилить на первой фазе. За одну целую секунду, блядь, тебя никто не выхилит, человек. Туда пивает в колбу, кидает, блядь, по, не знаю, три колбы подряд, это, блядь, это двойной урон. Бьорн, мы же можем не бэрить, мы же можем просто обычным ресом поднимать людей после первого босса. Разве можно? Угу. Да, да, там бой сказали. А, ну, если знал, если кобальда добить раньше босса, то тогда да. Давайте запустил босса. Хорошо тогда. У нас сколько бэров? Раз, два, все, все бэры в КД. Два бэра должно быть, а три вижу в КД. Я тоже вижу три. Ну, три бэра в КД, у Чика Бумбы есть бэр. Ты запустил уже? Да, я запустил. Да. Ладно, ревоут не прописываю. Бонд, еще раз, пожалуйста, не трогай этого чувака, блядь. Я сам набью его, меня взяли на этот самый наглый таунтит его. Окей. Из самых глубоких и темных пещер грозовой воды был призван Гормак, процающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. То получается, пот и откатывается. О, да, ништяк. Аккуратно, лужа, 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 вышла. Раник. Аурин файл здесь, а, все уже есть. Левера пришел. Бля, ребят, ну демон это не напрокал. 8000 дпс, это ж хуйня. Так, дом забираем. Потом то бомб. Оп. Девочек поцелуй. Забирай бомб. Можете бопом не дать. Снобаля сыграете? Исключили. И зубы по назуму. А вот там, 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 проток. Есть, уходи, 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 уходи. Блять, куда он пошел у тебя? А-а-а! Ну как он тебя сагрился-то? Блять. Падайся. Ой, в пизду нахуй, чё, блять? Ебал я в рот нахуй. Да ладно, ебан, не гори, не гори, нормально, давай еще. Бывает всякое, блядь. Давайте, блядь, посидим еще. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Ты этот. Знаешь, как попробуй вмешательство там с него забирать? Вмешательство, ну, там вмешательство. Метров... Просто понимаешь, я затаунчил, босс на мне висел. Каким-то, блядь, макаром, нахуй, он переключился обратно на наглую рожу. Я хуй его знаю, что за хуйня. Вроде бы... Ты просто трита не набрал. Вроде бы ты был, блядь, я вот два раза... Набрал, Динку блядь. На него ебани. Динку вмешательством прыгни на него.
Дразнящим забери. Если стаунтил и после таунта еще дразнящий накинь, уже смотри по Оману, по агро должен забрать ты. Давай, серчина. Ух. Ну, брат, готов. Влад. Крест раздает хулипау. Значит, ГП сейчас дам, если мне это представилось. Не все-таки слышат у меня. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Подлагивач. Чувак, это ебаная. Вроде не сильно лагает. В эфире. Вроде слагало, не знаю как у вас. Нет, лагало. У всех норм? Сейчас лагало у всех? Лагает. Папа лучше, да. Босса, Боб, пойдем. Будлик, пиши адрес двери, но это не в пути ворота. Здесь смотрите. Так, никто не трогает сейчас. Ну, все не достану. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, спаси его меня. Правильно. Сейчас еще раз заберешь. Угу, забрал у меня. Питание земли. Лужа, смотрите, кастер аккуратно, сова, возле лужи стоишь. Ага. Если убьет, ну. Где разморозь там, ТДшник? Чё-то не получилось кинуть хорошо. Идите пока, бейте пока, паника, еще появилась новая, идите бейте ее. Донт, у тебя Т4 заряжено? Да, есть. Хорошо, я первый дам, если что, на шею свою.
Дадите мой сериал на огонь, если кинете. Милики, 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 милики. Милики. Что я дал? Мой сериал на огонь, быстро. Хорошо. Вообще, ништяк. Я тоже свое отдал. Да ладно, просто бьем, да. Ну, блядь, ну, сука, как вы не захилили, блядь? Ой, Альфи, дай БР подойди еще. Ну, добей, добейте, нет? Ну, я заберу пока, заберешь меня. Я замерз на скорую. Дайте на пул. Наверное, разморозь. Дом, ты разморозишь? Кто разморозил? Нет, не разморозил. Забирай там. Под отбичу БР, алло. Альфи, Лужа, аккуратно, по сторонам, Дом, тащи его. Тащи, тащи, тащи. Сука, блять, вы, сука, в лужах дохните, нахуй. Флэш, блядь. Кому поднять? Дэч, бич, так, поднимай флешенька. Блядь, за чуть-чуть вылетел, охуенно, блядь. Уводи, Дом. 43%. Вообще хуйня, блин. Готовьте фридом. Играйте пока в рёва. Дон, смотри за звёздочку, забираешь этого вот чувачка этого. Т4 заряжено, нет? Нету. Да, хуёво. Фридом. То есть. Добивайте чувака, где он там, я не вижу. Я вижу. Дон, то убило. Блядь. Падайте на. В чем проблема? Хилы почему не захилили? Скажите мне, пожалуйста, на милость Бича. Он не шотнулся. Зачем ты далеко убежал? Рейндж 10 достаточно. Пропиши, пожалуйста, и смотри. Не надо далеко убегать в бебеня, чтобы тебя не хилили. Там рейндж 10 должно быть. Она больше не уешит. Не уешит. Вы дохните по хуйне, реально. Декашки, тоже не забывайте прожимать зеленку, когда у вас плюется. Когда вы услышали милизону, сразу прожимайте свои дефы тоже. У вас овер дохуя, так что не напрягайте его. Так, Чикабум, ты нормально сейчас? Не вылетишь больше? Оптикс и секси тролль под рулем, поменяйтесь бафами. На присутствие. Кубов, готов? Кубик. Нет, давай вот так пока. Флэш релогается, пишет. Угу. Абула. Помнит кто-то фильм Хэнкок? Да. Абула. Скажешь, когда сразу готов будешь. Абула, ты тут? На месте. Молодцом. Молодцом. Молодцом, говорит. Такой прилетел этот банк. Все, готов. Добро пожаловать, герой. Прилетел такой вот в форме. Тип стоит, ты прям смотрит. Ты такой, чё? Потом. Да все, я уже последний шут сказал. Опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин.
самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, прозаичий меч. Где твоих нахуй? Твой герой. 5, 4, 3, 2, 1. Дрочтирь, ты пиши адрес двери. Спасибо. Нахили убейте. Там где фул хпшн, там нахили сноуболь надо убить его быстрее вообще. Так, дом сука стоп, вижу. Потом тут боб. Давай заберу. Угу, боб обернул. Сразу рейндж 10, пожалуйста. Кастеры. 5, 4, 3, 2, 1. Саунд. Че, подальше, подальше, подальше. Забрал, уходи. Все четко сейчас будет. Запросик. Мили достается. Ну, сейчас лучше идем. Дрища начинает разморозить. Я забрал, забери этого стоящего, я разморожу дрища. Блять, не успел. Выбав скинулся. Я забрал, забираю ходячую. Зрич, постой пока АФК. Только дрища не уроните, главное. Альфи, отвечаешь за него. Вот он сейчас. Мирзона. Асараур. Я на Алмашуэ. Это да, да. На общество посмотрел. А, это маг. Дрища, в общем. Милики, можете уходить уже? Дрища, разморозьте. РТД свечнись. Не фудите, ромбик разморозьте, быстрее я поставил метку. На ком дебаф. Вижу. Убили ту? Все, вижу. Да разморозьте Донта. Все, я разморозился. Я заберу. Заберешь, забирай. Ответу чуть-чуть. С подрожи ушли? Ушли с подрожи быстрее. Стали по бокам или зона? Саанонси ужил. Угу. Лужа, води. Лужа. Милики по бокам. Води, води, води. Прохил болта. Соберитесь. Так, смотрите аккуратно, вы с лужей не стоите. 20% нормально. 15 оставите где-то. Еще на себя потяни чуть-чуть. Лужа достает. Еще не отводи чуть-чуть. Сейчас исчезнет просто. Идите на другую сторону вообще.
на другую сторону. Да, а ты лучше смотрите, потому что рев вас откинет в нее. О, вообще идеально. Мастер Аур, готовься, давайте. Добиваем просто 900 тысяч. Ближе к воротам, столкнитесь. Прохил Бёрна, забери босса. Все, убрал. Так, если что, на постраховке. Босса играем. Уже пропало, все отлично. Стакнули все возле щита, хотя бы ордынского там, не знаю. Отдалили камеру. Смотрим, где череп. Видите, да? Все, побежали. Все, дамажим. Отлично, вот где он врезался, под этот щит все стакаемся. Все. Накиньте каску, пожалуйста, подверну. Пистобаф на хп есть, лапы не вижу. Готовьте фридом. Фридом есть. Великий жопа к стенке всегда стойте. Босс немножко от стеночки, чтобы минимальный зазорчик был между стенкой и боссом. В следующий раз. Стянулись. Сбежались под щит. Аспект. А череп отошли. Видите, где череп? Отошли от него сразу. Уходим. Намажу. Держу кулачки, давайте. А было на стелот твое время. Стали между боссом и стеночки жопой, великие. На следующее будет истерия. Придум. Секси. Угу. Сейчас прыжинки только давать на это самое. Ну, готовимся. А череп, посмотрим, где череп. А череп, видите, где череп? Все, подходим сразу. Бьем. Тотему поставить. Обновить. У нас никто не падал. Нет. Все живы. Не, вообще, может Геру дать еще раз. На следующий тогда уже. Для павших никто не падал, вроде. Вроде никто не падал. Я один никогда не падал. На босса жоп. Все, это последняя ебучая эта хуйня и все, блядь. Только сейчас мы в любом случае убьем его. Не убьем, у нас Под щит, сбежались все в кучу. Меньше фуда. Ко мне бежит. Всех петов убери. Поехали. ГЦ. ФК, ура! Неужели, блядь? Только попробуйте что-нибудь пиздануть на меня, что я не приношу вам удачу, блядь. Приносит 300 кп. Баблы готовы. Это Берса, блядь. Бабл таунт. Да ну нахуй, щит еще упал. Да, это пиздец. Щит хороший. Ух. И щит, да, хороший. ГЦ со щитом, блядь. Что, грудак, смотри на эрдру, какой охуенный. Пизда, блядь. Пот нахуй. А че мы так не, блядь, не ДБМ показывал минуту, еще даже 30 секунд было. Там ну, на 30 секунд раньше, да, он. На 35 секунд раньше. Ну прям. Все, пацаны, теперь до 12, остальные боссы остались у нас. Ну, пошли, давайте так... Дракуса убьем хотя бы. Там же Бьорн умер, поэтому, наверное. Нет, я умер не от этого самого. Там, когда он врезается, там снимается. Так, поехали, короче, пошел. Я на мейнспект забираю туда. Дон, что с одним своим? Это один сам. Ты хули. Сколько там стоит? Это можно и выпить, нахуй. Можно перекур сделать, на самом деле. Да, давайте перекур. Сколько там будет? Я пока не знаю. Наверное, сколько наверное, там? Наверное. Давай это... Сейчас я посмотрю. Иди сюда. Куда? Ко мне, подходи. Подожди, я подошел поблизить. Ну давай быстренько, ну подожди. Да, блин, ладно, сейчас вернусь, подожди. Слышите, кто в совах разбирается? Посмотрите, вот тапки, которые на мне и которые выпали. Не стоит их брать вообще или не стоит? А, давай, где ты? Смотри, вот, я кастую, подходи. Пиздец, вепаны 250 за оффхенд. А как? Обычный шмот. Так, давай, открывай. Скажите, пожалуйста. Ролить их нет? Скажите, кто там совы. Совы можете, кстати, тоже.
Обычный шмот тоже 250. Давай свинью. Нет, Войд, не надо тебе. Еба! Что это за Блэк Поросяш? А почему он реально черный? Грудак, Рестро Друид. В грязи. Була пришел, иди какай. Альфи, ты 53. Да не, идеальный заберет, там нет ни у кого шансов. Нардроза, бля, топ. Вот с ЛКХМ. Сколько уже спиздил, блядь, сука. Так, давайте перекруг, сейчас 5 минут. Даже 2 минуты. И прям дальше. Пойду как раз черно. Блять, я думал, сейчас вайфимся нахуй. А, еще тот самый трофей остался. Надо кому, может. Трофеи в конце по консулу просто отдадим, кому нужно. А, ну ладно, хорошо, тогда не роли. Чтобы сразу пачку все отдать, ну, кому-то там распределить. Нет, 258-й, это сундук. Не, это сундук, да, и оно... Вот, роли, трофей? Вот, прогресс гильдии уже есть. Так, анрол на гильдию, ребят. Спасибо, Абулю, блядь. Как на крит? Да. Мягкий, да, элицит на крит? Улагаться. Мягкий, мягкий. Гладкий. Что, я могу сделать? А, подожди, еще. А, мягкий это скорость, да? А тебе не мягкий нужен? А было вообще, блядь, полгода не играл, пришел, блядь, убил. На скорость, да, мягкий. И вот я закрыл, блядь, лучший просто. Ну я и говорю, да. Всем хейтерам просто, блядь, погуби пищуном, нахуй. Вот так вот. Что, мы теперь в этом? В списке прогресса, да? Мы теперь, да, бля. Поздравляю, ребят. Кому руку пожать? Абуле. Абуле, блядь. Вот. Спасибо, блядь. Хоть есть, блядь, люди, хоть которые за меня нахуй топят, блядь. Да, Абул, я всегда за тебя, блядь, так. Ты, блядь, 2 часа травли эту хуйню, блядь. И шо? Да могли бы не убить, блядь. Правильно? На 9 трав больше. Вообще нужно играть и искать пенсии. Вообще, блядь, за хуйня должна упасть была с первого трая. Да, попиздите. Да, зато... Я вообще виноват, нахуй, конечно, блядь. Зато уже все придрачились, он и бегал. Саня. Блядь, Берсаток быстро выскочил. Саня. Они порезали ее. Они специально так сделали. А смотри, как было в прошлый раз. Подожди, не перебивайся. Когда вот Абула упал, сколько времени у нас еще было? Там а здесь, после вырезания еще Берса быстрее приходит. Она снимает 3 минуты, Берса связается на 1 минуту, то есть. На 30 секунд, наверное, все-таки. Нет, минуту. На 30 секунд, да. Минута многовато. Ну, а почему тогда в том трае, если бы Абула не упал, мы бы даже Берсу бы не увидели, просто бы... Мы еще проебали вырезание, проебали кучу урона, 50% считай. Да, да, мы потеряли же. Потому что когда он врезается, он, ну, дамага на 50%. Ну, мы сейчас за вырезание ему 16% сняли. Что ты хочешь, кубик? Пошли, пошли. Смотри, вот, на ящик. Нажимай. You have... Что ты там на английском там? Да, что ты там have? Что там за такое? Где свинью подложил? Сейчас, ну, блядь. Это типа питомец? Да. Все, вызывай, это на этот. На удачу. Он Невер тоже с таким стоит, смотри. Что за? Все. Теперь победим. 2 типа. Так, давай, зачем на присутствие? Сумонить? Да, шкаф чистаю. Торн, блядь, сразу подогрел, так, такой, блядь, улыбка, значит, мочки. Да потому что, блядь, мне пукан подгорел, прикинь, такой, блядь, руин сделать. По хуйне просто. Когда ты, блядь, бежишь, и я вижу эту хуйню в рожу, блядь, прям под боссом. Я тут, ну, первый раз, блядь. Блядь, а в обычке ты, блядь, тоже под босса бежал, да? В обычке он убирал. Он его гриппал, блядь. Так, кого там сумбой, да? Так, тактика на следующий бой. Значит, смотрите, все то же самое, что в обычке, только портал, когда появляется, либо локовская, это сам... Ой, как его? ДКшный, короче. Вулкан тут появляется. Их нужно убивать, их нужно залить. То есть сразу появляется портал, я даю стан порталу, там и начинаете
хуярить его. Значит, мобов я забираю. Дон, ты подводишь босса к порталу обязательно. От вулкана я хуй знаю, как она будет бить, но можно потестить, проверить. Если вулкан больно дамажит, то лучше боссу не подводить. Что, вулкан не дамажит? Вулкан дамажит? Не, вулкан не дамажит. Там эти штуки дамажат. Не вулкан, не вулкан, там не големы дамажат. Все, причина пул. Скажи, что лучше остальные... разливать только под щиты Альянса. Да, только по щиты разливается. Если милики, милики бегите на противоположную сторону там. Там я вас хил пострахую. Хил тоже сосредоточьтесь немного. Я, ну, думаю, милики 4, имею в виду. 4 хила, думаю, хватит. И драйнер, если что, спекнешься хила на вальках. Все, давайте еще раз. Хрипа, ты готов? У меня спека нет. Пацаны, вы это, вот такую вещь скажите. Бабы, которые с портала выходят, их надо залить до следующего. До инфернала нужно залить. Да, да. Потому что они сало хилам кидают. Да, там на 8 секунд и вайбил сразу. Сколько это, да? Ну, женщина, сукуба. Я хуй ни разу не бери ее. Госпожи, не, всех надо заливать здесь сюда. Да закливаем сестер этих ебаных. Не, в них свечится прям придется. Свечится, да, бля. Смотря сколько вы. Нет, бля, давайте быстрее. Не пристабав, а... Палы, работайте. Исполин, готовы тут? Пристабав, да, реально. Пристабав, да, я тебе скажу. Лап, а есть лапа. Дон, клевер, готовы? Я готов, да. Я запускаю, у вас есть 30 секунд времени забавиться. А рыбу пускайте, пацаны. Так там же рыба. Рыба не стоит. Да, кстати, рыба, блядь. Ну тут хоть пул нормальный, хоть припоты выпить. Ну, блядь, два нормальных танка в рейде, и все, прошли сразу. Ладно. Как их еще дело было? Просто сейчас небольшую рокировочку сделали. Ну я имею в виду, еще и сейв появился же у тебя. Да, два сейва вообще охуенно. Он, блядь, мне кажется, спасал прям. Ну да, когда в миризону типа харки. Сейчас вот пацаны трави, кстати, не было повезло так, что МСФ не пригодился даже. Блядь, хуёво, когда МСФ, когда на миризону плюет, это, блядь, большая потеря ДПС. Просто когда милики разрывают, это все у нас милики в топе считают. И они, блядь, разбегаются, это жесть. Блядь, большая, великая потеря ДПС. Ну а теперь мне щит на арену нахуй сразу уйдем, или ебушу всех. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Слаки магии работают, если что, шаман поможет там. Все помнят, да, что слаки надо вырвать? Дон, ты на костах. Тут бывает, что стаки повесит и, блядь, одновременно каст будет. Так что ворота появились, пул ДПС по воротам. Заехали. Госпожу заберу. Идем ворота. Чего кабумби выбежал с вида. Стеночки беги. Поэтому две госпожи вышло. Госпожи, играем. Стаки. А чего это уйдешка, блядь? Косты. Не прохилили. Прохилили, стаки по итогу появились. Ну стаки сходу сгибали. Там стаки, тайминг у них сбитый. Они появляются вместе под каст. Продолжаем бить, пока посмотрим, что будет. Ну плюс какой-то сейчас диспелти, тут что шаманы два мага мертвые. Стоп фот. По порталу через 2 секунды. Верно, захил. Вулкан будет. Череп хилим. Вулкан бьем. Ну вот, кролится. А говорили, что не уешь. Вулканная уешка небольшая идет. Че идет, да? От вулкана нет уешки, это уешат големы, которые приземляются и кастуют. Не толкайте вулкан тайфуном. Если вы хотите его толкнуть, просто стойте тогда с левой стороны от босса и толкайте его в миризону, если хотите что-то помочь. Но не то, что вы сейчас сделали.
Сори, побежали еще раз. А ворота не притягивают? Нет. Ну, кстати, стан дается. Хотя не знаю, зачем стан дают. Чем оттуда выбегает всякая хуйня. Джив седал. Через сколько после пула появляется вулкан? Минуту, наверное. Ну, вулкан, лучше прожимки давайте, ребята, на вулкан. Перейдите. Короче, просто и засолить до вулкана. Вулкан у нас просто получается много мобов спавнит, пока не зайдем вулканчика. Поэтому вулкан первого. Так, нам под вулкан нужна гера нам. Сейчас будет. Да, под вулкан геру. Сова, значит. Либо лем у вас откидывание. Значит, сова стоит слева. Вулкан появляется, сразу ставлю ее в мегазону. Нет, не вулкан нужно толкать, нужно сбивать каст этим мобам. Откидыванием. Ну, мобов можно забанить. Нет, нельзя банить, это гер. А фир работает? Нихуя не работает. Ничего не работает на них, это гер, да. Откидыванием можно сбить им каст. Стан работает на них? Вот это нет. Хлепой, по-моему, можно каст сбить. Значит, ну, попробуйте. Таны паловские работают, и, по-моему, циклон работает на них. А варовский чардж? Нет, должен работать бан, должен работать масса стан паладина, должен точно стан паладина работать. Про паладиновский 100%. Сейчас попробуем. Так, все готовы, я добавим пулку еще. Ну, они уломают бан. Истерию под вулканом дам. Один. Не надо, давай сейчас. Ты на вулкан прожмешь, да? Там гера будет. Да. Портал. Сюда пять портал. Быстрее. Все порталы играем. Ну, кто, смотри, что пробежал. Ну ты мимо, не все на месте горишь. Не ты мимо я. Блять. Альфи Бер его быстрее. Саки, босс. Черепочек сыграли. Сейчас. Следующие стаки нужно будет убрать моментально, а не будет тайминг с костом. Понял, ты мимо. Кубова захил. Кубова захил. Холик, давай работай. Забери сестру. Сейчас вулкан будет. Две. Одна. Наглое оружие побежал Сейда. Беги, блядь, не мелизуем. Так, что-то у нас забагался вулкан, похуй, бьем дальше босса. Сейчас будет. 5 секунд. Вулкан еще рано. Вот сейчас будет 2 секунды. Сейчас вулкан, пошли свечи. Геру. Стаки не забываем, стаки. Ну, у меня скверный, блядь. И не прохил опять. Надо нужен пятый хил. Вы уже зашли. Тут не только хил нужен. Короче, смотри, тут по миликам просто бешеный урон. Значит, что сделаем? Станы на них не работают. Вроде бы. Чтобы сбить каст. Касты только сбиваются точными кастами. То есть удар щитом, там, я так понял, зуботычина, да? Касты. Ну, на X3 репа избивалась точно паладиновская. Гнев небес работает, и стан это прям 100% инфа. Че, зайти на хпал? Не, пока не надо. Так, флеш у тебя же хулипал есть? У него такой себе. Сейчас кайсонг зайдет. Опа. Чего? Что-то было. Тебе нахуй вообще, блядь, что вы пустили. Так, давай, короче, вот, заходи на хила.
А, кстати, у Войда даже Эрдру есть, нет? Или Эрдру? Эрдру, нет, нет. Эрдру? Какой, блядь, Эрдру? Вы о чем? Куда нам-то эти друиды? Да я не заметил. Блядь, ребят, ну у меня 2 часа ночи. У меня температура. Давайте быстрее. Скам, так. Че, выхожу, да? Да, да, выхожу. Давайте рейд отнести будет, да, и это самое его сделаем потом. Блять, надо как-то нахуй придумать, что с ним.